Моя очередь шить из этой стежки. Ранее шила бомбер для дочки. Кто не видел, посмотрите это видео. Но сегодня я буду строить очень интересное для меня изделие с такими прибавками, которых еще ранее я не делала. По 7,5 сантиметров прибавка каждому полуобхвату. В итоге 45 сантиметров на свободу. И буду строить полуреглан. Единственное, что линию рукава буду делать спущенной. Итак, это книжка Галии Злачевской по платьям. Обзор на книги Злачевской есть у меня на канале, такое видео. Ссылку обязательно оставлю. Сейчас я не буду конструировать, а покажу вам свое вдохновение, свой мудборд или, другими словами, коллаж из картинок и фотографий, которые я зачастую собираю перед тем, как что-то собираюсь шить. Первым, на что я смотрю, это на цвет. Второе, на сходство стежки, либо принта, рисунка. Третье, на фактуру ткани. Ну и потом уже рассматриваю на форму. Давайте поближе посмотрим некоторые фотографии. Как вы понимаете, у всех жакетов нет воротника. Тут также мне здесь нравится вот этот объемный пышный рукав. Хотя такой рукав я делать в этот раз не буду. На этом фото мне нравится объем самого жакета и сочетание с серыми классическими брюками. Этот образ меня привлекает тем, ну, во-первых, я Машу знаю. Маша блогер на YouTube, так и в Инстаграме. А во-вторых, у меня есть похожая обувь, и мой жакет, предполагаемый, будет хорошо с ней сочетаться. На этом фото мне нравится, что моделью служит не девчонка 17 лет, а уже взрослая леди. И сочетание холодного цвета стежки, вот как у меня, с теплыми брюками по цвету. У меня просто есть такая шерсть, и, может быть, в будущем я себе тоже сошью такие брюки. На следующем коллаже мне больше всего нравятся объемы, которые использованы вот в этих всех куртках. Такая некая горбатость, искажение формы человека, точнее женщины, в некрасивую сторону. И это красиво. Это странно звучит, но я это воспринимаю именно так. Особенно гиперобъем виден вот в этом жакете, куртке. Но я буду ориентироваться на вот эту куртку. Отсутствие также воротника, обработка бейкой, кнопки, карманы. Впереди полочка получается выше, чем спинка. Это бренд Totem, очень знаменитая куртка. Я посмотрела сейчас, она sold out. Сложно ее приобрести, но ничего сложного, чтобы ее сшить. Сначала я думала строить выкройку, именно полочку, с нагрудной выточкой и потом ее в стежку увести, спрятать. Нагрудная выточка, ну, всегда дает больше, лучшую посадку. Но когда идут большие прибавки, нагрудная выточка уже как бы не особо нужна. Поэтому в итоге я ее просто убрала. За счет уменьшения тоже полочки. Соответственно, полочка у меня уменьшилась на 8 сантиметров, если говорить в общем объеме. Углубляю горловину. Впереди на 2 сантиметра, сзади на 0,5 сантиметра. Разрезаю по боковому шву, чтобы сравнять линии горловины и линия, где вот плечо вверху будет втачиваться рукав, и заново соединяю по боковому шву. Как вы понимаете, боковых швов, как и в бомбере у дочки, в моей куртке не будет. Считаю, что это, ну, боковые швы в данном случае не нужны. Куртка должна быть такая большая, прямая. В этом есть весь смак вот этого кроя, вот этого стиля. Кстати, у меня появились помощники, кто смотрел мои сторис, кто нет, кто подписан на мой инстаграм, знает, что мы ездили на Северное море, и я насобирала себе вот таких вот
классных утяжелителей для кроя в виде плоских тяжелых камней. Начинаю шить, и первое, что нужно сделать, это обработать бейкой плечевые швы. И сразу здесь вам признаюсь, получилось у меня не очень красиво, недостаточно изящно. Можно было сделать красивее. И у меня бейка здесь по утку, она чуть-чуть растягивается, и этого, в принципе, достаточно для того, чтобы обрабатывать не очень закругленные срезы. И эта ткань, по-моему, остатки от юбки, от кроя, там же, который я шила по видео Паукштерин Михайловны. Я эти остатки забрала с собой из родительского дома, там, где я шила эту юбку. Думаю, нет-нет-нет, я их буду использовать. И вот, посмотрите, они мне пригодились. Практически все использовала. Сейчас, пока я болтаю, вы наблюдаете, как я обрабатываю срезы бейкой и везде скалываю булавками. Если бы я делала это при помощи нитки с иголкой, то есть наметкой, то получилось бы более красивее. Ну, как есть, так есть. Поленилась, честно признаюсь, переделать. Решила, что ну, уже как есть. Зато сами части, сами плечевые швы я сметаю обязательно, потому что когда под машиной ткань проходит за счет меха, мех едет, ну это как с вельветом, я не знаю, с какими еще тканями, ворсовыми тканями, в общем, нужно обязательно сметывать и разутюживать, и обязательно шов застоять. Итак, примерка первая. Что я хочу здесь увидеть? Я хочу понять для себя, сколько мне по полочке вырезать относительно спинки. В общем, я решила, что вот примерно где-то там боковой мой шов, и вот сантиметров 5 я уберу. Почему я не сделала это во время кроя? Мне хотелось это сделать на примерке и понять для себя, какой длины я хочу именно полочку. И после того, как я вырежу, я буду полностью вот так вокруг своего жакета закрывать все бейкой. К рукавам еще не приступаю. Еще такой момент. Можно оставлять углы острыми, но их сложнее будет обработать. Я считаю, что нужно сделать вот такие вот закругления. Делаю их везде. И по горловине, и по низу изделия. Использую для этого крышечку от фотоаппарата. Вы, в принципе, можете использовать все, что попадется вам под руку, как и мне. Тем временем я приступаю к заготовке косых бейк. И бейки у меня будут, понятно, из основной ткани. Единственное, что вот эту плащевку мне нужно отсоединить от меховой части и от синтепона. Довольно грязная работа шить ткани, у которых есть ворс, мех или что-либо. Потому что все это сыпется, но ничего, приходится убирать чаще, что, наверное, и к лучшему. Соединяю бейки между собой и иду при помощи вот такого замечательного прибора эту бейку я и утюга заготавливаю. Когда я делала крой, несмотря на то, что припуски мне здесь не нужны по краю, я все равно их делала для того, чтобы стежка ну, не так быстро высыпалась, чтобы не пришлось мне потом восстанавливать. Вот сейчас я тот припуск, который оставляла, где-то, по-моему, 1,5 сантиметра, я его вырезаю и начинаю пришивать бейку.
прикладываю ее с изнанки, то есть меховой части. И тут уже, конечно, без нитки и иголки не обойтись. Если вы хотите, чтобы было все максимально аккуратно, то придется немножко поработать руками. Намеренно показываю вот это самое сложное место, но его тоже можно пройти. Вообще бейка по косой, она очень податлива, поэтому даже вот такие вот, казалось бы, изгибы достаточно острые, можно бейкой обработать. Да, понятно, что там будет немножко морщиниться, но это не страшно. Для этой куртки это нормально. Дальше иду на машину и начинаю эту бейку пристрачивать по своей наметке. Вот помогаю себе, видите, таким тупым шилом, разравниваю, особенно на поворотах, бейку, потихоньку-потихоньку прокладываю строчку. И, кстати, данный этап можно себе облегчить. Вот когда вы заготовили бейку через то приспособление изготовителя беек, одну из сторон можно назад разутюжить и ее уже приметывать к краю. Так будет удобнее и проще. Я после того, как приметала, потом немножко проутюжила, поэтому строчить мне тоже довольно легко. Ну и после того, как бейка пристрочена, нужно срезать припуски, что я сейчас и делаю. Ну, там сильных припусков таких, конечно, прям под ноль срезать не надо. Миллиметра так 3 точно надо оставить. Как раз для бейки этого будет достаточно, чтобы завернуть вот таким вот образом бейку на лицо. Особенно вот показываю вам этот сложный узел. Сначала я приколола булавками, а потом взяла нитку с иголкой и приметала, прихватила это. Потому что следующий этап, это нужно идти на швейную машину и сделать закрепляющую отстрочку. Для пошива я использовала самые обычные нитки в тон. А также игла у меня здесь стоит универсальная, но я думаю, что можно использовать и микротекс. Она будет лучше проходить через плащевку. Попробуйте, какая у вас плащевка, насколько она проходит сквозь вашу ткань. Ну и после того, как я бейку пристрочила, я вытаскиваю наметку и иду на утюг, чтобы немножко приутюжить. Эта ткань переносит утюг, но я не знаю, какая у вас ткань, поэтому будьте осторожны, ведь это же синтетика, нейлон. Но мне повезло работать с утюгом, с этой тканью очень легко. Теперь время рукава. Обрисовываю его и тоже делаю припуски по 1,5 сантиметра. И не забываю про выточку. Выточку обязательно нужно закрыть, та, что на плече. Она ответственна за наклон плеча, наклон руки. Короче, она важна. Кстати, использую я маркер от Prim, водный маркер, поэтому так смело им рисую, потому что знаю, что от воды он исчезнет. Два мои рукава готовы. Осталось закрыть их по швам все той же бейкой, которая закрывала плечевые швы. Итак, стачиваю сначала рукав, а потом пришиваю бейку. Можно, в принципе, когда стачиваешь рукав, уже подставить бейку. Но у меня эта ткань такая с этим мехом, все как-то едет, поэтому я предпочла сделать по отдельности. И бейку надо притачать, ну,
рядом с швом, которым я стачивала рукав, ближе к припуску. Потом высечь припуски, и вот этот припуск с обратной стороны я его делаю чуток подлиннее, чтобы обернуть им бейку, к нему же эту бейку и пришить. Вот как вот здесь вы сейчас видите. Опять же, использую иголку с ниткой. Довольно времязатратный пошив. Естественно, что если бы, например, ткань была другая, то можно было бы даже обойтись булавками без наметки. Но зато как красиво и тонко получается. Главное, надежно, потому что я планирую эту куртку стирать в стиральной машинке. Иду на утюг и на рукавной платформе заутюживаю припуски в сторону полочки. Так на лице не будет, ну, меньше будет видно шов. Итак, вы видите мою куртку. Рукава готовы. Осталось что? Да, втачать рукава в проймы и обработать припуски также бейкой. Я это делаю той же бейкой по утку. Применяю тот же метод обработки срезов бейкой, которую использовала для обработки рукавов. Следующий этап – это карманы. В куртках, которые вы видели в начале видео, карманы располагаются где угодно. Я же решила поддержать направление стежки и сделать карман вдоль стежки, как основной вход в карман, так и вот эти вот места, также наискосок. Это усложняет работу, тем не менее, я покажу вам сейчас, как я это сделала. Вход в карман у меня равен 14 сантиметрам. Видите, он чуть больше, чем 3 ромба. А обтачки у меня выкроены 20 сантиметров длиной и шириной по 6 сантиметров. Я продублировала их дублерином тонким трикотажным, проложив долевую вдоль обтачки, естественно. Обтачки у меня из плащевой ткани, и также вот есть детали кармана. Размер обтачки, которая потом складывается пополам, равна 20 на 6 сантиметров. Итак, прорисовываю линии, вот такие длинные, чтобы их было видно за пределами обтачек. Потом я по ним буду совмещать детали, мне так намного проще. Тем не менее, чтобы не запутаться, куда, в какую сторону, что пристрачивать, я сделала заранее из бязи вот такой вот макетик. Поняла, как это делается, и теперь показываю вам. Рекомендую вам также сделать сначала макет, чтобы просто понимать, куда что пристрачивать, потому что вот эти вот косые линии могут запутать вас, и вы сделаете что-то неверно. Итак, у меня рамка 1 сантиметр шириной. Я считаю, что это мало. Нужно было делать 1,5. Позже вы увидите, это тоже нормально, сантиметры, но нужно было делать пошире, потому что сама куртка большая, чтобы поддержать вот этот объем. Так тоже неплохо. Итак, на обтачках я прорисовала тоже по 0,5 сантиметра линии от края, по которым я буду пришивать. Но перед этим мне нужно вот эти косые кончики рамки отстрочить мелким стежком с закрепочками. Это не обязательно делать, но это моя страховка от высыпания ткани и от того, что у меня ткань перегнется именно по этой строчке, потому что потом такие маленькие нам уголочки нужны будут, которые нужно будет загнуть. Вот эта строчка, она мне помогает это сделать. Итак, после того, как строчку сделала, прикладываю обтачки. И видите, как линии, которые на обтачках, я совмещаю с линией, которые были прорисованы до этого. Очень важно, чтобы линия обтачки совпала с линией самой рамки от точки до точки. То есть рамки у меня будут пришиты параллельно друг другу,
но их окончания будут не на одном уровне. Вот та точка, в которую мне нужно попасть иглой на швейной машине, сделать точечную закрепку, чтобы не было у меня никаких сдвигов. Итак, я надеюсь, вы поняли, как эту обтачку прикладывать. Идем на швейную машину и начинаем строчить. Аналогичную процедуру я провожу и со второй обтачкой, предварительно подколов первую, чтобы та не мешалась, также пристрачив все от точки до точки. И вот уже вы видите, как две мои обтачки закреплены. Все опять же проверяю, что все точно, что линии мои параллельны. И теперь я понимаю, что моим обтачкам не хватает объема. Вот поэтому я говорила, что рамку нужно делать не 1 сантиметр, а шире. Поэтому я беру толстую иглу с вязальной ниткой в два сложения и просовываю сквозь обтачку. Ну, как будто бы я делаю кант. Такой я метод тоже применяю. Сначала острачу, а потом просовываю нитку. Так проще. И тогда мои обтачки становятся такие более мягонькие, более наполненные. На мой взгляд, это более гармонично смотрится в куртках с наполнителем. Дальше будем рассекать карман. И после этого шага назад дороги не будет. Поэтому очень внимательно нужно это сделать и взять достаточно острые ножницы. Рассекать начинаю посерединке. Потом подхожу к углам и высекаю вот такие вот треугольнички. Максимально близко туда в уголок чикаю, но так, чтобы нитку не задеть, ни обтачку и не сделать лишнего чика. После того, как я все рассекла, посмотрите уже, выворачиваю все наизнанку, на лице уже просматривается готовый карман. Теперь вот эти уголочки мне нужно захватить и зафиксировать их обтачкам. Это можно сделать на швейной машине, но я не вижу смысла туда на машинке подлазить, не всегда это получается. Я это делаю вручную, буквально там вот 5-6 стежков туда-назад прошила, и все зафиксировано. Ну, мне так проще. Вы можете, конечно, сделать это на швейной машинке. Очень важно, чтобы этот уголочек был закреплен и больше никогда не пытался никуда ускользнуть. Далее я беру нитку с иголкой и зашиваю карман. Закрепляю его так, чтобы он был как бы цельным полотном, так удобнее всего на изнанке продолжать обрабатывать внутреннюю сторону кармана. Начинаю я с нижней детали. Одна из сторон у нее равна длине обтачки 20 сантиметров, а вот глубина, но она чуть больше, потому что я ее потом буду подрезать по верхней детали кармана. Суть такова: пришить к обтачке срезами наружу, и потом вот эти срезы, вот сейчас я с булавками сколола, тут же прикалываю под эти булавки косую бейку и сразу иду на машинку и все вот эти вот три слоя сшиваю.
Таким образом, ну, я ускоряю этот процесс обработки вот этого среза бийкой. Можно его сделать и на оверлоке. Ой, ну мне так лень оверлок доставать, заправлять его. Мне проще сделать бийкой и бийкой красивее. Ну вот смотрите, я сделала строчку, булавки убрала, теперь бийку разворачиваю на другую сторону, также прикалываю булавками, иду на швейную машину и простращиваю. И один срез у меня закрыт красиво бийкой. Следующий этап можно пропустить и не делать этого. Но в моем случае вот хочется это сделать. Что именно? Я хочу вот эту вот нижнюю часть детали кармана пришить к стежке, чтобы она держалась и не сильно отходила внутри. Вот карман не сильно болтался. Для этого я на швейной машине прямо вот здесь прокладываю такие коротенькие строчки. Далее пришиваю верхнюю часть кармана. Как вы видите, по логике вещей, стежкой, то есть нейлоном нужно вовнутрь, а мехом нужно наружу, ну, так сказать, к телу. Но я делаю наоборот, намеренно, потому что я хочу, когда руки засовывать в карман, я хочу, чтобы у меня была там часть из меха, потому что та нижняя часть кармана, она из хлопка, а эта часть из основной ткани. Почему я не сделала нижнюю часть кармана из основной ткани? Ну, это было бы очень объемно и толсто. Поэтому я приняла именно это решение. Хотя по правилам в щели кармана должна быть видна основная ткань. Опять же закрываю этот срез косой бейкой. И смотрите, вот там вот тоже можно проложить строчки. Вот здесь я сейчас булавки прокладываю, зафиксировав карман. Но это тоже не обязательно. Вот здесь. Или это можно сделать в конце, если вдруг вы увидите, что вам не хватает стабильности. Последний этап. Посмотрите, как красиво все получается. Чисто. Это карман собрать, соединить верхнюю и нижнюю детали. Сначала я скалываю. Видите, нижние детали у меня как бы чуть больше. И я сейчас все скалю, сметаю и подрежу ее по верхней детали. Шаблон я этот вырезала заранее из бумаги по своей руке, посмотрев, как вот мне будет комфортно, чтобы мне туда телефон влазил, чтобы он не выпадал, как у меня из другой куртки. Ну, я там вынуждена была сделать маленькие карманы. Ну, вот смотрите, я сметываю, соединяю это все. Теперь беру ножнички и подрезаю нижнюю деталь. Беру бейку по косой. И аналогичным способом, как я обрабатывала все срезы на куртке, обрабатываю и здесь. Вот так вот кончик, смотрите, закрываю. Внутрь туда все прячу под бейку. И у меня получается все максимально красиво. О, это мой любимый этап. После того, как строчка проложена, убрать все наметки, все ненужные стежки, открыть, посмотреть, что же получилось. Итак, смотрите, я вам говорила, что можно сделать в конце. И правда, можно взять и прямо вот здесь сейчас, видите, немножко так отгибается карман сверху, прострочить. То есть тот первый карман я уже зафиксировала прям сквозь на готовом кармане. Вот здесь вот проложила строчки. Аналогичную процедуру я сделаю и с другим карманом. Дальше забрасываю свою куртку. Она ведь уже готова. В стиральную машину. На самую быструю стирку. У меня там 15 минут такое полоскание. И вывешиваю сушиться. Но оказалось, что это еще не все. У меня есть ткань на капюшон. Хотя в этой куртке я не планировала делать капюшон. И в принципе по стилю капюшон как бы сюда не очень. Но съемный капюшон, а почему бы и нет? Вы сейчас, наверное, думаете, что я там такое клепаю, черное внутри. В общем, это та куртка с капюшоном, горловины которой совпадают у меня с этой курткой, стеганой из светлой ткани. В итоге я взяла выкройку
той куртки капюшон, немножко его, видите, капюшон модернизировано, добавила вот этот вот выступ на капюшон, шлем, который я делала своей дочке, которая посмотрела на канале «Шить по правилам и без» у Влады, и в итоге решила сшить себе еще и съемный капюшон. Построение я делала по замечательному мастер-классу у Малихи Екатерины на канале, ссылку обязательно оставлю. И знаю, что отзывы на это построение у многих такие же, как и у меня, положительные, все получается. Поэтому проходите по ссылкам, все ваши куртки будут иметь капюшоны после просмотра данного ролика. Обработка всех срезов в капюшоне такая же, как и на куртке, косыми бейками. Единственное, что хочу вам показать, по горловине капюшона я поставила 5 резиночек прямо в бейку, зафиксировала, чтобы потом этими резиночками застегиваться, господи, я не знаю, пристегиваться, присоединяться к пуговичкам на горловине у куртки. Последняя строчка на капюшоне, казалось бы, что уже все, но нет, не все. Ну, пуговицы, я так понимаю, что можно не показывать, как я пришивала вдоль горловины для капюшона, а вот кнопки. Сейчас мне нужно принять решение, какие кнопки я буду ставить. Металлические или пластиковые. Изначально я планировала пластиковые ставить. Я даже их покупала в Киеве в магазине Людмила на Поздняках. И там, кстати, встретила свою подписчицу. Привет вам! И думала, что это будет такой минималистичный вариант с кнопками внутренними, пришивными. Более безопасный, на мой взгляд. Потому что как вот эти вот кнопки от Prim будут вести себя в многочисленных стирках, я не знаю. Но, надеюсь, будут вести себя хорошо, потому что все же я выбрала металлический вариант. Вот как-то мне понравился больше. А эти кнопки из пластика, которые я думала, я применю в другое место. Ну что ж, ребятки, разрешите познакомить вас с моей новой курткой из двусторонней стежки. Как же классно она выглядит, как классно она на мне сидит. Та свобода, тот комфорт, который я искала, хотела изначально и достигла. Карман вы видели, вот так вот выглядит вблизи. Кнопки от Prim, серый металл. Созвучен с серебром, которое я ношу. Мне кажется, я правильно поступила, что выбрала именно их. Не уверена, что вот эти пуговицы – это лучшее решение. Скорее всего, резинки могут растянуться, придется их немного подтягивать. Ну, посмотрим. Вот так выглядит, кстати, петелька, которая выходит из-под бейки. Пройма, обработанная также бейкой. Разрезы по боковым швам. Низа изделия все очень аккуратно получилось у меня здесь. Я прям довольна собой. Если раскрыть куртку, то вот ее изнанка. Такая мягкая, плюшевая, уютная, приятная. А если посмотреть с лица, то выглядит она очень даже ничего. Если у вас есть выбор, то шейте из такой двусторонней стежки на меху более укороченные изделия, а удлиненные лучше шить на подкладке, так комфортнее. Капюшон. У капюшона тоже, кстати, есть кнопки, чтобы застегнуться. Я понимаю, что он не спасет меня там от супер дождя или чего, там какого-то особого ветра, но тем не менее очень даже неплохо. Он также обработан по той же технологии, что и куртка, косыми бейками. Вот эти два единственные там шва. Таким вот образом пристегивается, и куртка обретает защиту для головы, что немаловажно. Ну что ж, я показала вам готовое изделие на столе.
А теперь давайте покажу готовое изделие на себе. Как и в предыдущем видео в образе с жакетом, я тоже надела серые брюки из шерсти, которые шила. Водолазка с высоким горлом из Uniqlo. Тоже серого цвета ботинки мои бежевые, которые подходят к этой куртке по цвету и по стилю. И мне кажется, что этот образ очень классный. Сейчас добавлю еще капюшон. Посмотрите, как это выглядит с капюшоном. Ну, как-то более так спортивно. Тем не менее, еще комфортнее. Особенно сейчас. Вот я была на улице. У нас начались осенние ветра. Поэтому, скорее всего, он мне пригодится. Я большая молодец, что не поленилась его сшила. Но если мне захочется утеплиться, смотрите, что я сделаю. Я надену худи. И тот объем, та свобода, которую я сделала в этой куртке, дает мне возможность вот эту многослойность применить. Чувствую себя максимально удобно, ничего не давит, не стягивает, просто здорово. Я вам дала максимум информации, которую могла дать. Очень надеюсь, что была вам полезна. И спасибо, что были со мной. До встречи в моих новых роликах. Всем пока!